24 лютого о 5 ранку Росія напала на Україну. Мене звати Дар'я Коломієць, я живу у центрі Києва, і я добре пам'ятаю, як я прокинулась під звуки бомб та вибухів. Раніше такі звуки я чула тільки у кіно, тепер же я почула їх наживо. 24 лютого на мою землю без жодного приводу увірвалася країна-агресор Росія. Кожен українець назавжди запам'ятає цю п'яту ранку. Від сьогодні у Music Cures я розпочинаю щоденники війни, де люди розповідатимуть свої історії і ділитимуться тим, як вони зустріли цей день. День початку війни, день початку атаки України Росією. Україна обов'язково переможе. Тримаємося! Слава Україні! Я Семененко Ярослав Сергеевич. Я член Национальной паралимпийской команды Украины. Человек без рук, сирота. Сам с Донеччины, место Красногорівка, проживал в Донецке. И самое важное то, что я член Национальной паралимпийской команды 2008 года. Я призер паралимпийских игр 2016 года. Участник 4 паралимпийских игр. Багаторазовий чемпіон і призер чемпіонатів Європи та світу. Рекордсмен Європи та миру. Готовился до Токіо в городі Дніпр. І переїхав в город Маріуполь за 4 місяці до війни. Приїхали ми в Маріуполь. Мне очень понравился город, очень красивый, прям вот Европа. Мы гуляли, я там начал плавать, мне нравились парки, море, люди, очень хорошие люди в Мариуполе. Потом мне приснился сон, который, моя расшифровка была такая, что будет война. Я своей супруге говорю, что Настя, сон плохой приснился, что будет война, надо, говорю, уезжать. Мы в 2014 году пережили это. Говорю, может, продадим и уедем. Говорю, в Днепр, говорю, в Киев, ну, куда-нибудь, говорю, ну, подальше от таких соседей. Настя говорит, Ярик, ты что, мы еще сумки только еще все не разобрали. Мы только 8 лет жили на сумках, и давай хоть поживем как люди. Я говорю, Настя, ну, ладно, может, у сон, говорю, как бы не буду, ну, акцентировать на этом внимание. Ну, так переживал я. Несколько раз мы провели беседу, Настя отказала мне, потому что не хотела уезжать с Мариуполя. Красивый город, море, вот то, что море нас привлекало очень. И мы прожили 4 месяца. Я просыпаюсь 24 числа от звонка. Мне звонит племянница, у нее муж военный, и говорит, что война. Я говорю, Юль, какая война? Это не может быть, наверное, да. Бомбят Киев, Харьков. Я думаю, да ну, ладно. Лег. Настя говорит, что случилось? Я говорю, да Юля позвонила, сказала, что война. Я говорю, надо может, уезжать куда-то. Говорю, куда уезжать? Да думаю, да ну, не должно ж вроде бы, может, что-то. Потом звонит мне сестра Юля с Харькова. Говорит, Ярик, бомбят. Я говорю, да ну, здесь вроде бы, ну, не должны, здесь оборона сильнейшая. Позвонил своим друзьям, которые военные. Они говорили, Ярослав, не переживай, мы их удержим, никто нас не прорвет. Но я думаю, ну ладно, есть время подумать. Думаю, если будут наступать, будут со стороны Донецка, России, будут с этой стороны наступать. На следующий день, 25 числа, я уже так размышляю, как бы, что у нас, наверное, надо поехали куда-нибудь, куда в Днепр поехали во Львов. Мы уже не могли уехать, мы уже были в окружении, люди, никто не мог уехать, ну, то есть нас окружили, это, я так скажу, население 540 тысяч, это очень много, для такого небольшого городка. Но не знаю, вряд ли в первый день какая-то паника, я не видел вообще ни у кого никакой паники. Все спокойно, но пусть то, что я не видел, 1040 уехало, это максимум. И вот где-то 500 000 людей окружены, думаю, ну они же не будут же палить живьем же людей.
Ну, сейчас же 21 век, тем более, как со слов Путина, у него же армия цивилизованная, они людей там не трогают, и все. То есть это не против народа. Ну, и я такой думаю, ну, в принципе, ну, посмотрим. А еще вдобавок к этому, я собирался ехать на сборы в Днепродзержинск. Решил, ну, как бы, я говорю, Настя, давай не надо нам покупать ни картошку, говорю, не надо, ничего. Ну, через 2 дня, через 3, говорю, собираемся уезжать. Зачем нам затариваться продуктами? Настя говорит, ну, ладно, не будем покупать. В общем, это было 25 числа. Я то, как бы, думаю, ну, может все-таки получится прорваться, как вот в Донецке. Ну, были коридоры, можно было покинуть Донецк в любом направлении. В 2014 году, ну, думаю, может быть, здесь то же самое. Ну, нет, здесь окружили, не выпускали. Потом начали бомбить, как бомбить, палить кварталами. Через 3-4 дня продуктов в магазинах не было. То есть у нас запасов не было и продуктов не было. Потом повыключали все. Свет выключили, соответственно, с ним выключилось отопление и вода. Ну, хорошо, Настя что-то там натягала, пару-тройку баклах, и то, как бы, пару-тройку баклах они у нас, в принципе, и были. Мы, ну, как бы, их и пили. Потом прошло где-то 4-5 дней, закончились первые наши 3 баклажки воды, что мы там немного аж воды брали все время. Поехали набирать воду, думали, может, привозить будут, но нет, людей очень много, продуктов нету, воды нету. Я сижу, думаю, что делать. Настя говорит, пошли в подвал. Я говорю, ну, они же не будут, я говорю, палить людей, ну, как бы, ну, если будут воевать, то против военных. Так думаю. Думаю, может, там, гаубицы, там, эти, грады, ну, как бы, это страшно, но это, как бы, пережить можно. И тут, получается, они все ближе, я смотрю, город, левый берег сгорел, можно так сказать. Смотрю, они ближе, и потом уже через неделю мы уже спускаемся в подвал и не выходим. 2 недели, 14 дней, не выходя с подвала. Быстренько там кастрюльку в подъезде на мужики там распалили костер. И там кипяточек этот закипятить, чтобы можно было тот же рис сырой заварили. Ну, полусырой мы его ели. Но воды очень мало было. И мы начали экономить. Ну, нельзя по 2 литра на человека пить. Можно по там сразу где-то по литре мы выпивали, где-то, может, по 750 миллилитров на человека. А потом доходило, что грамм по 150, ну, по 200, ну, от силы 300 миллилитров в сутки мы выпивали. Ели 2-3 ложки риса, который полусырого, и кусочек хлеба. Мы тот батон, полбатона неделю ели. Маленький так кусочек отрезали и на двоих его. Как бы тоненький отрезаешь и на двоих. И то это благодаря тому, что с нами поделились батоном кусочек. Ну там соседка полбатона нам отрезала. И тот у нее тоже лежал уже 2 недели, этот батон. Он с плесенью был. Ну, выбора не было. Но потом, когда пришлось за водой идти, все-таки пришлось. Мы выдвинулись. И поехали, набрали. Страшно было, но набрали. Привезли не только себе воды, и соседям привезли, и там, ну, как бы, делились там и с бабушкой. Мы полную машину набили баклашек, ну, всех. И Настя набрала воды. Эта вода тоже закончилась, в общем. Надо было выходить, и я выхожу на улицу, ну, с подъезда выскакивали. Все горит, трупы лежат. Вышли за водой, идешь, а там тот поселок, который где колодец был, его нету. И людей, там живущие люди были, их тоже нету. Все в трупах, приходилось переступать через людей. И то, я вам скажу, переступать до Кудова, до там 100 метров от дома, мы туда даже не дошли. Мы увидели, как мужик перебегал через дорогу, по нему стреляли пулеметом, разорвало ему там ногу. И я подумал, что как бы куда идти, через дорогу даже страшно перейти. Мы вернулись назад. Мы пили по полстаканчика воды, ну маленькие там пластиковые стаканчики, по 3 глотка воды 2 раза в день, ну утром и вечером. Так вот держались мы, я сидел, Насте говорю, что Настя, я не знаю, что делать, мы либо умрем от
того, что нас убьют, либо от обезвоживания. Все. И люди поуезжали, поставляли собак, котов, и они, получается, за 3 недели, ну, они поумирали, уже поразлагались, получается. Это одно. Второе, есть были старики, которые не ходили. Мы ж не знали, кто не ходит. Мы-то, в принципе, я вам скажу, готовы были делиться и этой водой, которой у нас нету, этим полстаканчиком. Потому что в подвале были новорожденные 1.5-3 месяца. 6 месяцев, ну, детей много было. И вот когда они кормили грудью, маме надо пить теплую воду. И когда не было воды, мы свою воду отдавали, чтобы она могла кормить ребенка. Очень страшные моменты, когда ты понимаешь, что тебя убивают, тебя палят вместе с семьей в собственном жилье. И мы понимали, что если мы будем сидеть дальше, нас убьют. Я говорю так, потому что мужик пришел с 17-го микрорайона и сказал, что русаки вытягивают мужиков с подвалов и их убивают. Потом, когда случился авиаудар, даже не авиаудар, а ракетный удар. Потому что авиаудар слышно, когда самолет подлетает. Мы с Настей, получается, вышли из подвала, зашли домой, овсяночку заварили этот, и перекусили. И сели на диванчик и сидим, ну, как бы думаем, что делать. Ну, как бы там стрельба идет, но еще как бы нам в дом не попадало, ну, так. Ну. И тут резко у нас вылетают окна, дым, все это. И я понимаю, что к нам во двор прилетела ракета. И ракета такая мощная, что она убила просто на улице людей, которые просто готовили еду. И которую не слышно было, как она летит. Не было шансов на жизнь. Не было. Те 12-этажки, которые рядом, одну вывернула просто практически наизнанку. Аж стены поворачивала. Вторая просто вот стоит скелет. И люди, которые стояли напротив окон, не лежали, а стояли. Они вылетели вместе с этими окнами. Вот по самый 12-й этаж. Считая наш дом, соседний дом, ни у кого стекол не было. И люди кричат, ног нету, рук нету, все поотрывало, все в крови. Очень страшно. И я в этот момент понимаю, что нас убивают, и что это геноцид. Настоящий геноцид украинского народа. И я понимаю, что в действительности они убийцы. И как бы там они не хотели себя выставить мирными, убийцы. Мировое сообщество должно вместе быть, потому что против такого врага только победить можно вместе. Мы никогда не считали их врагами, никогда не считали их убийцами. Но когда они пришли нас убивать, мы поняли, что им все равно. Вот я вам скажу, Гитлер, он хотя бы, он фильтровал тех туда, тех туда, тех убить, тех не убить, да? А здесь 500 000 окружил и спалить. Живьем. В собственных домах. Это ж невозможно. Что ты смотришь, дом 9-14, он горит, так весь сгорает. Вместе с людьми. Кто-то ж не мог выйти. По-твоему, по его мнению, все ходячие. Когда-нибудь он тоже перестанет ходить. И его когда-нибудь тоже спалят в собственном жилье. У меня, как сказать, такая ситуация, что я без рук. И очень сложно стать полноценным человеком. Очень сложно перебороть там какой-то страх или еще что-то. Но то, что вот сейчас случилось, да, в Мариуполе. Ну, вообще, вот у меня такой дух, что меня не сломать ничем, вообще ничем. Но на тот момент я начинаю ломаться, морально ломаться. То есть от безысходности, от того, что я сижу и понимаю, что не только я погибну, моя жена погибнет. Хотя Настя должна была быть в это время беременна. Это вообще, я не знаю, как мы вообще справлялись. Значит, Бог решил, что у вас еще пережить очень тяжелое предстоит, и вам пока детей не надо. Но на тот момент я был подавлен, разбитый, и я не знал, что делать. Мне было все равно на этот бетон, на квартиру, на вещи, на все вообще, на машину, на деньги. Мне
надо было просто выжить, воды, дайте воды. Все равно, если бы не люди, нас бы не было. Если бы мы не рискнули 16 числа выехать через орков, если бы мы не рискнули выехать, я не хотел ехать в Россию через Россию, я хотел ехать на Украину. Мы сидели в подвале, и мужики заходят и говорят, что сказали, что русаки выпускают в сторону Украины. Точной информации не было. Машину побило, но она завелась. Колесо соседнее с разбитой машины, соседа нашего. Он отдает колесо. Ну, оно меньше размером, но неважно, оно подошло. А у нас в соседней комнате жили дети, ну, новорожденные, 1.5-3 месяца. И вот 3-месячный его отец говорит: Ярослав, ты возьми меня с собой. Говорит: ну ладно, говорит, меня не бери, возьми жену и ребенка. Говорит, я уже как бы, ну, убьют, как бы, ну, только спаси их. Вить-то, говорю, садись, поехали. Мы в машину сели, прыгнули в машину, машина в стекле, все это ж как бы под собой. Ну, хорошо, что куртки были, а не в штанах, мы чисто, потому что стекло бы попротыкало, я так скажу. Выезжаем, а мы что, не выходили, не видели, а там вот как по кадрам, все спалено, все. Полностью. Люди, машина, дома, трупы лежат вот так, десятками человек так на обочине. И мы, получается, выезжаем, а тут уже русская техника, танки, я думаю, хоть бы нас не убили. Слава богу, нас не убили. И мы, в общем, в сторону Запорожья выскочили через Порт-Сити, поехали, их там очень много, каждый поселок, их там очень много, постоянно досматривают документы, допрашивают. Но мы рискнули на свой страх и риск, никакого ни Красного Креста, ничего не было. И мы поехали. Город, он уничтожен. Он, его отмыть от вот этого, то, что там происходило, вот там какие-то там данные, что там надо 2 миллиарда для того, чтобы восстановить город. После этого можно только памятник поставить. Я... Когда смотрю видео, когда бывает, вот вспоминаю, Настя тоже, мы плачем. Хотя я никогда не плакал. Никогда. Я в своей жизни плакал только от радости. А от такого мне никогда не сломить. А сейчас я чувствую, что моральный мой дух, как бы, ну, на тот момент, и сейчас чувствует, я не знаю, как выразиться. Ну, выехали мы вот на свой страх и риск, вот сели и поехали. И думал я так, что лучше погибнуть от снаряда, но попробовать прорваться, чем сидеть в подвале и ждать, пока ты умрешь от голода. Я заехал в Польшу, и у меня сразу отпустило, что я в безопасности на всей территории Украины. Я не чувствовал себя в безопасности, потому что они стреляют ракетами. Они даже по Львову стрельнули, по Львову. Я стоял на улице там с другом, товарищем по команде, тоже паралимпийцем. И надо мной ракеты так пролетают и бьют в километре от меня, получается. Меня как... Все падают, бегут, а я стою, у меня шоковое состояние, я не знаю, что мне делать. Если бы я, как вот у меня многие друзья, могли защищать родину, землю, я бы не уехал. Я бы воевал. Но так как я, получается, не могу ничем помочь, быть просто, знаете, количеством людей не стоит. Нужно действовать. Когда читал украинскую историю, я, во-первых, весь в поту сидел. И думаю, ну такого больше никогда не будет. Никогда не будет, чтобы людей просто закапывали в дорогу. И мне вот 34 года, и сегодня на моих глазах убивают людей, умирают они от обезвоживания голодные, закапывают их, получается, пусть не в дорогу, потому что она асфальтирована, а на обочине хоронят прямо у нас во дворе. Это не по рассказам, это собственными глазами. Собственно, бежать и бояться, собственно, ничего не... И невозможно ничего сделать, понимаете, вообще.